Ну и сейчас должно быть тоже очень и очень любопытно. Как вы понимаете, 24.58, 24.59 – это в 0,5 от рекорда мира. Личные достижения обоих разнятся 12 сотыми. Джастин Рис выигрывает данный заплыв. Мэтт Грэвер второй. Ну, кстати, как любопытно. Два чемпиона Европы, первый и второй номер чемпионата Европы проигрывает двум американцам. 24.